Здравствуйте, друзья. Все готово к началу матча. Перейдем к составам буквально через минуту, а пока... Решили сегодня они сыграть в высокий прессинг. Будут давить на игроков соперника и мешать тем начинать атаки с короткого паса. Хотят забрать мяч себе, но план сработает у них только если хватит сил. Конечно, весь матч они физически не смогут давить на соперника, но, может, им того и не надо. Ставка на агрессивное начало и подавление соперника в начале игры тоже хорошее решение. Состав гостевой команды. Сегодня тренер выбрал схему с двумя форвардами. Да, и второй нападающий поддержит центр форварда из глубины атаки. Здравствуйте, друзья! Все готово к началу матча. Перейдем к составам буквально через минуту, а пока... Решили сегодня они сыграть в высокий прессинг. Будут давить на игроков соперника и мешать тем начинать атаки с короткого паса. Хотят забрать мяч себе, но план сработает у них только если хватит сил. Конечно, весь матч они физически не смогут давить на соперника, но, может, им того и не надо. Ставка на агрессивное начало и подавление соперника в начале игры тоже хорошее решение. Состав гостевой команды. Сегодня тренер выбрал схему с двумя форвардами. Да, и второй нападающий поддержит центр форварда из глубины атаки. Здравствуйте, друзья! Все готово к началу матча. Перейдем к составам буквально через минуту, а пока... Решили сегодня они сыграть в высокий прессинг. Будут давить на игроков соперника и мешать тем начинать атаки с короткого паса. Хотят забрать мяч себе, но план сработает у них только если хватит сил. Конечно, весь матч они физически не смогут давить на соперника, но, может, им того и не надо. Ставка на агрессивное начало и подавление соперника в начале игры тоже хорошее решение. Состав гостевой команды. Сегодня тренер выбрал схему с двумя форвардами. Да, и второй нападающий поддержит центр форварда из глубины атаки. Последнее время очень остро стоит вопрос современного футбола в руках болельщиков. Да, их можно понять, потому что многие ценности игры забыты, к сожалению. Некоторые игроки сами провоцируют на такое отношение к ним. Команды начинают эту игру. Поехали! Диогу Жота. Рауль Хименес. Жоао Маутиньо. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Кеннеди. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Хорошая игра на перехвате, и вот мяч уже в распоряжении другой команды. Из-за боковой будут мяч в игру вводить они. Пол Дамер. Кеннеди. Соломон Рондон. Отличный момент есть. Нужен навес. Мяч у защиты оказался, но вынести мешают. Шелви. Ласселс. Мяч достается сопернику. Тут явно не ожидал такого подарка. Пол команды обыграл. Ничего себе. Хорошо сыгранный. Офсайд, как говорится, судья всегда прав, хотя ситуация неоднозначна.